В Уральске на затраты отопительного сезона предусмотрено свыше 4,5 миллиардов тенге. Закуплен необходимый объем твердого и жидкого топлива. 300 миллионов тенге потрачено на ремонт тепловых и канализационных сетей. Коммунальщики отчитались, что на 100% готовы к зиме учреждения образования и здравоохранения. Некоторые из них по заявкам уже подключены к теплоснабжению. Из 1160 многоквартирных жилых домов по городу, 794 дома, в них имеется КСК. По этим домам на сегодня готовность, проведена опрессовка, проверка и подготовлены, получены паспорта готовности 97%. С 500 до 350 миллионов тенге снизилась сумма долга потребителей перед акционерным обществом «ЖАЭК Теплоэнерго». В свою очередь, сама компания исправно погашает свой долг перед поставщиком газа. Поэтому перебоев в снабжении теплом и горячей водой не будет, пообещали чиновники. Напомню, летом акционерное общество «КАЗ-Трансгаз Аймак» на несколько дней приостанавливало подачу газа на ТЭЦ из-за образовавшегося долга ЖАЭК Теплоэнерго. В зиму мы ступим минимальными долгами порядка 100-150 миллионов тенге. Поэтому я думаю, что у Аймака, КАЗ-Трансгаз Аймака, не будет таких возможностей, чтобы оставить нас в зимний период без тепла. График, который был составлен, он выдерживается. В установленные сроки производится оплата задолженности за газ.